Меньше месяца осталось до открытия международного форума «Россия – спортивная держава». В столице республики вовсю идет подготовка к спортивному событию. На очередном заседании оргкомитета во главе с Иваном Моториным обсудили организационные вопросы, касающиеся мероприятия. Открытие спортивного форума назначено на 9 октября. Этот же день будет единым днем сдачи нормативов ГТО. Переквалифицироваться в легкоатлетов, гимнастов и пловцов на один день сможет любой желающий. Основной площадкой для проведения этого мероприятия определен стадион «Спартак». В настоящее время там активно силами администрации города Чебоксары ведется работа по капитальному ремонту этого спортсооружения. Кроме этого, будут дублирующие площадки, это стадион «Энергия» и Красная площадь, где тоже все желающие из числа населения и участников форума могут протестироваться. Ожидаемое количество участников тестирования – 5000 человек. Также планируется привлечь около 300 судей и волонтеров. В программе еще несколько мероприятий. Мы планируем провести соревнования среди предприятий города. На прошлой неделе мы уже собирали около 15 руководителей крупных городских предприятий и предложили им провести также соревнования по сдаче ГТО. В целом тема одобрена. Стоит отметить, что вопрос внедрения в нашей стране норм ГТО станет одним из ключевых в работе форума. Уже запланирована специальная дискуссионная сессия, на которой представители органов власти и общественных организаций обменяются опытом тестирования физической подготовленности населения в разных регионах России. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.